Столица Доминиканы Санто-Доминго, а с вами Фламинго. Друзья, товарищи, значит, решил разбавить немножечко контент, поиграть в игрушку под названием Silence. Очень давно лежала у меня в списке желаемого и как-то забылась уже совсем. Случайно совсем наткнулся в почте на письмо от Стима, то, что проходит распродажа зимняя, вот эта вот, которая была до 5 января, по-моему. И взял ее, купил, думаю, надо пройти все-таки, потому что по первому впечатлению, по трейлеру и в целом по скриншотам выглядит классно. Выглядит классно, решил поиграть все-таки. Пройти, я думаю, сюжет здесь будет не особо-то большой, очень быстренько ее пройдем. Значит, поехали. Только непонятно, нарисованная или 3D-шная. Мне казалось, что она 3D-шная, но трейлер пока более на рисовку похож. Жанр, кстати, квест, ролевая игра, приключения, что-то там такое было. Но сюжет написано было в оценках пользователей, что сюжет крутой. Мне вот интересно. Хотя персонажи 3D-шные. Нам нужно в бункер. Почему? Сломал ей снеговика. За что ты так с сестрой? Это же сестра, да, я его так понимаю? Да, сестра. А, вот зачем бункер. Я понял. Кого-то не впустил он. Друзей, да, наверное, каких-то, которые не успели спрятаться. Его Ноа зовут, мне показалось, там по субтитрам вроде бы. С английским у меня плохо, поэтому извиняйте уж, я буду по субтитрам читать, в принципе, как и в Kingdom Come. Не все понятно, поэтому увы. Блин, начало игры уже такая атмосфера. Кого-то не спасли, кто-то погиб, бомбардировка. Подобные инди-проекты я, наверное, только в Машинариум играл. Он тоже мне очень понравился, крутой. Вот там чисто нарисовки игра была. То есть вот эта вот головоломка. Нужно уходить. Здесь так тесно и пыльно, мне нечем дышать. Это ужасно. Так, надо выбрать, да? Ты справишься? Ну, давай ты справишься. Мы справимся, Ренни. Мисс Кло говорит, что здесь опасно.
она права. Неизбежна только смерть. Все равно здесь безопаснее, чем снаружи. Можно убежать в лес и спрятаться там? Нет. Можно вернуться в приют. Наверняка Сара и Марин... Ари Мэри, наверное, нас уже ждут. Мы застряли здесь. Неужели ты не понимаешь? Все, кто остался снаружи, погибнут. Все до одного. Маленькие девочки не бессмертны. Они взорвутся, как и все остальные. Я не хотел. Ренни, я не хотел тебя пугать. Ренни, прости. Забудь, что я сказал. Все хорошо. Здесь ты в безопасности, клянусь. Всего расстроил девчонку. Мне утешить Рейнина, да? Челкать тебе зеленее, чтобы переместиться к указанной точке. Угу. Ага. Когда курсор изменит вид. Так. Разбитое зеркальце. Обычное зеркало. Кое-что, чего мисс Клок в жизни нам не разрешала бы. Бомбардировка с воздуха продолжится еще какое-то время. Понятно, новости ни о чем, да? Это ведь носок, который я потерял неделю назад. Вряд ли я найду его пару. Носки делают парами, но один всегда теряется. Да, немного грустно. Ты ведь любишь театр теней? Смотри, Ренни, слоник. О, ну, больше похоже на это, на танк было, а не на слоника. Она всегда икает от страха. О, что это такое, шарики? Ага, совместить надо. Угадай, кто я. Ну? Ты на него совсем не похож. А теперь? Нет, у тебя даже помпончиков нет. И где Капль? Где же мне найти шапку с помпонами? Не говоря уже о зеленой супергусенице. А вот и шапка, кстати, недалеко надо было идти. У него голова с помпоном. Терпеть не могу дурачиться, но для Ренни постараюсь. Понравится? Теперь похож? Привет, Сэдвик. Как дела у Капли? Спроси у него, когда он появится. Ага, надо Капли. Я люблю зеленую гусеницу. Носок похож на зеленую гусеницу? Да, похож. Получится отличный Капли. Та-дам! Сегодня мы выполняем все пожелания публики. Я хочу историю о безмолвном мире. Правда? Нет. Прошу, расскажи историю про Капли и Седвика. Ладно, итак, история о Седвике. И безмолвном мире. Конечно. И безмол... И... А... Прости. Безмолвном мире. Седвик был клоуном, который никогда не смеялся. И не любил, чтобы смеялись над ним. Он оставил дедушку, брата и цирк, чтобы пойти повидать мир. Но он был не один, ведь с ним был верный друг. Капль. Капль тоже помогал Седвику. И он превращался в разные штуки. В конце концов, они добрались до короля безмолвного мира. Тебе нужна корона. Еще что-то для пророчества. Не все сразу. Сначала корона.
Ну, очевидно же. Куда ты пошел? А. Положить голову пошел, да? Шляпу с помпонами. Вот это на корону больше похоже. А, вот же она. Hey, presto, вот так, да, король безмолвного мира. Он был добрым королем, но сильно захворал, и вместе с ним начала страдать и страна. Поля увяли, стены и города осыпались, и все пришло в упадок и разрушилось. Если бы король поправился, тогда бы расцвел весь безмолвный мир. Седрик хотел достать для него эликсир жизни, как и предсказывал старый оракул. Шана не старая, верно, она скорее вечная. Таинственно. И где ее хрустальный шар? Хрустальный шар — это лампочка, да, я так понимаю, правильно? Да, это лампочка. Сюда, хрустальный шар. Разве у Шана был такой шар? Конечно, был где-то припрятан. Таинственная Шана предсказала, что Седвику суждено спасти короля, но при этом он уничтожит безмолвный мир. Конечно, он в это и не поверил. Он ведь хотел принести королю эликсир жизни, да? Да, но прибыв в замок, он понял, что Шана была права. Ты помнишь, что ожидал ее в тронном зале? Что переворачивает все вокруг, при этом не двигаясь? В тронном зале не было короля, только зеркало. Так, и чё? А, зеркало. Лампочка упала. И тогда Седрик осмелился взглянуть в зеркало. Он не увидел клоуна в шапке с помпонами. Он увидел больного мальчика, готового, наконец, снова открыть глаза или закрыть их навсегда. Этим мальчиком был ты. Ты заболел и долго спал. А Седрик капали безмолвный мир, просто тебе приснились. Да. И что? Что же сделал Седрик? Он разбил зеркало и погубил свой мир. Чтобы спасти тебя, ты был королем безмолвного мира. Рейни! Бомба попала в убежище, я так понимаю, да? Под шквальным огнем. Рейни, что с тобой? Рейни! Так, чё? А, отодвинули. Чё такое? А, вправо. Угу, готово. Рейни! Где ты? Ничего не видно. Так, для вывода подсказок, да? Ага. Вот это подвинуть можно. А, вверх. Так, это не Рейни. Ох, слава богу. Это что, это носок? Что такое яйцо? Похоже на яйцо, из которого вылупился капель. Как странно. Капель? Ты там? Так, сумку. Яйцо в сумку. Погнали. Дальше. Но... Рейни! Слава богу, ты жива! Где ты? Но... Дурацкая рухля. Можно выключить все как-то? Умолкни же. Заткнись, наконец. Замолчи. О, он светлее стал. Не, больше не работает. А, вот. Там подсказки я видел, что разбить, да, надо. Сдохни, кувалды, на. Что это?
сюда лезть? Откуда этот странный свет? Блин, и мы прям в другой мир попали, как будто Хроники Нарнии играю. Что? Только я не в шкаф вошел, а в отверстие в стене у бомбоубежища после бомбежки. Это сон? Нифига себе сколько! Давай вот ее сначала. Что это? Стой на месте. Нет, она не будет стоять на месте, видимо. Зонтик. От зонтика сюда перепрыгнуть можно? Ого! Оно не выдержит нагрузки. Он не выдержит нагрузки. Я понял, это что такое. А, трейлер. Так, ну... Леоп. Сюда я не могу, вот сюда. Это же глобус, ты с него упадешь. А по-другому нельзя, да? Может не упадет? А, о, механика. Ничего себе. Мышку надо удерживать, просто влево-право двигать. Прикольно. Так. Еще один мир разрушен моими руками. Эй, да это же просто глобус. И я не Седвик. Мне кажется, что-то не так. Планетарный механизм из замка, да? Прошу раз броню отнесу. Кто? Кто ты? Рейни, what are you doing? Рейни, что ты делаешь? No, нет, right останься там. Рейни! Рейни! Надо спасать Рейни. Развали его за броня. Человека там нет? Уже хорошо. Так, сюда я могу залезть. Сюда я могу. Я нажал не туда, слушай. Так, поехали дальше. Ну и все, идем дальше. Я все остальное кликать не буду, потому что там очень много информации. Я думаю, каждый сам, если будет проходить эту игру, чтобы ему оставалось хоть что-то интересное, что он мог пройти, почитать, посмотреть. Потому что если я буду кликать на все подряд... Хотя, наверное, дальше, когда будет непонятно, что делать, естественно, я буду кликать на все подряд. Но, тем не менее. Пока понятно, можно, в принципе, и не кликать. Кто ты? Какой-то великан пухлый. Откуда мы вышли-то? Из пещеры из какой-то. Где я? А, это не пещера, это пасть. Это живот был. Вот это да. Этот цвет, цвета, запах. Безмолвный мир. Воу. Что за чертовщина? Я решаю, что видеть во сне. Я не желаю видеть дурацких бабочек. Я хочу вернуть сестру. О, нет. Тихо, прыгни, быстро. Давай спрячемся. Кто это такой? Какой-то охотник. Животное, точнее, какое-то. Господи, что это было? А ты молодец. Что?
Послушай, искатели шутки. А, это искатели. Это, уже понял, что они ищут, кстати. Важнее вопрос, что потерял ты. Сестру. Она примерно такого роста и очень храбрая. Ты ее видел? Она прошла прямо через пасть мира. Мир отчета не успел я прочитать. Что? То есть червь был еще жив? Не понимаю, как тебе удалось выбраться из мироточца живым, может, тем более убить его. Блин, тебе уж сильно повезло. Надеюсь, она тебе не отвернется, ничего далеко не уйдет. Один из моих людей сопровождает ее в наш тайный лагерь. Где он? Не могу сказать, он ведь тайный. Что значит один из твоих людей? Эй, кто ты такая? Пошли. Эй, погоди. Вообще ты умная такая, погоди, это, пошла куда-то там. Говорит, пошли. Да, я-то не залезу, я так и думал, в принципе. Как она туда забралась? Найди, что можно подвинуть к стене, чтобы на нее забраться. Голову можно, это я не заберусь с этого точно. Это что такое? Похоже, его давно не поливали. Это какой-то цветок. Давай вернемся на этот, как этот камень подвинуть-то. Угу. Не могу подвинуть, да? Нет, не могу. Сейчас могу подкатить ее поближе. А я не могу, да? Не хватает капли. Капля, это ты? Разумеется, ведь это безмолвный мир. Это ты, правда ты. Давай ты вылупишься и поможешь мне. Что? Почему нет? Погоди-ка, я тебя оттуда вытащу. Ты в сиротском приюте? Так в сиротском приюте разбивает яйца, облоб следующего. Нормальный приют, не царапин. Хотя в детстве мы тоже разбивали яйца об голову. Свою, правда, об лоб. Но это не прокатит, да? Давай об зуб. Нет, об зуб не прокатит. Так, что у нас еще тут есть? Что есть еще? Ага, он убежал. Он хочет есть этот что-то ежик какой-то. А, я туда могу его положить в гнездо, чтобы он его высидел, да? А где гусеницу искать? А, вот гусеница. Ничего не реагирует на него. Уютное теплое гнездо. Вот и все, что тебе сейчас нужно. Ого, черт. Ежик не согласен. Так, а он за гусеницей же охотился. Ну-ка, вернемся. Он побежал. О-о-о. Сейчас или никогда. Взял гусеницу, сожрал. Но это шанс. Давай, высиживай мне моего капля. Опа. Капель тоже гусеница. Капель, беги. Bad mom. Плохая мама. Phew, that was a close call. Nice sprint, though. Отличная пробежка, если учесть, что ты что вылупился. Like right, let's try to bail out of here. You ready? Блин, интересно, он вырастет, если он вырастет, каким он вообще будет. О. Cool. Так? Flat as a pancake. Вот так. Хм.
И вот так. Круто. Мы до обычного его вернем. You can't climb? Well, then we'll find another way up for you. Блин, он не может карабкаться. Для чего зуб? Черт побери, я поранился. Только не это. У меня будет заражение крови, я погибну. Нужно срочно промыть рану. Так, вода вот здесь была. Слава богу, чистая вода. Здесь еще не слишком поздно. Он скушает. А, он лизнул его. Я думал, единственное, что ты не любишь это пить. Так, а вода? Пей на здоровье. Он пить хочет. А, цветок давно не поливали. Что было? О, он сейчас напьется. Во, давай сюда. Бля, такой шарик синий. Вау. О, да у тебя легкая рука, капель. Точнее, лапа. Вот, а теперь его можно сунуть сюда. Помнишь трюк Седвика с пушкой? Полетел. Во. Вот мы его и закинули наверх. Полезли сами теперь. Блин, ну атмосфера классная. Красиво нарисована очень. Причем есть и эффекты, и 3D-модельки персонажей. Они как 3D-шно как-то это все сочетается. Прикольно очень. Kingdom Come, кстати, серия выйдет в воскресенье, наверное. Я постараюсь до воскресенья доснять, сделать. Я там занимаюсь небольшой перестановкой. Скиллы допрокачивал немножко. Расскажу, в общем, там. Уже в самой серии. Hey, ты почему так быстро убежал? Где Ренни? Когда ты что? Ты что, самоубийца? Ты убила Ренни? Я Кайра, лидер Ладно, ладно. Абсолютно. Почему ты вообще об этом говорила? И? Что это значит? Просто прижми как следует. Давай прижму. Точно всегда. Какая-то бомба, да? Хорошо. Вы повстанцы, и вы хотите взорвать этот мост, ясно. Ты взяла Рейни заложник, чтобы вынудить меня помогать вам? Так почему я должен помогать? Кто такие эти искатели? They answer only to her. Okay, done. It should work now. Do you want to prime it? Хочешь ее взорвать? Не. I'm a pacifist. Это я пацифист. Get down! Пригнись. Беги, беги, круглый. Так. Да что такое? Почему эта штука не рушится? Я удерживаю то кольцо. Нужно взорвать его тоже. Совсем с ума сошла? Ты камикадзе? Мама дорогая. Я не позволю, чтобы мой билет к Рейни взлетел на воздух. Нужно придумать другой способ сломать кольцо. Но я уже знаю, да, вот так? Скорее, сломай кольцо. Замигало опять. У нас 20 секунд, потом искать лепечку. Короче, я буду читать, наверное. И что же теперь делать? Совсем рехнулся?
Я буду читать, наверное, только реплики Ноа. Да, да. А мне кажется, что это все сон. Пошли, чего же мы ждем? Сюда, не туда побежал. В общем, реплики Ноа только буду читать, наверное, его же Седвика. Так, и на этом, наверное, остановимся. Первая серия. Я думаю, достаточно. Быстренько мы дошли, прошли, познакомились с новым миром, куда он попал. Вообще, начало все это зашло. Мне лично зашло. Не знаю, как вам, но круто очень. Это уже история Ренни, да, малышки. Ты сказал, что знаешь дорогу, а мы ходим кругами. Почему нельзя дождаться моего брата? А здесь я реплики Ренни. That's why, young lady. On top of that, your growling tummy tells me you're hungry, and all the provisions are a camp. My tummy is. У меня не урчит в животе. Must have been mine then. Just a second. I think I can remember the way. Ой, смотри, бедная пташка. That's Horus, messenger of Janus the Old. Just get him out of that thing. Вытащи его из этой штуки. Strictly speaking, that's a carnivorous plant. I don't care. Какая разница? Вытащи его скорее. Well, come here, you old vagabond. О нет, ты тоже попался. No problem, Rini. It'll take the secretions a while to become corrosive. That's terrible. Какой ужас. Don't worry. I once read how to interrupt the process. Now if I could just remember. I'll just break you out. Я просто вытащу тебя. Let my friends go. Отпусти моих друзей. Let him go, I said. Пусти, кому говорю? Rini, so it bites down harder. Oh. Don't worry though, it's not painful. My hand's kind of numb. Flowers are so mean. Растения такие злюки. You said you read something about this plant. Do you remember anything now? Ты говоришь, now? Что об этом растении, что-нибудь вспомнил? Digestion may take days. Wow. Anything Ого, else? А что-нибудь еще? These plants can even digest bones. Ew, what else? А что еще? They don't like bitter tasting things. What happens if they А что будет, если оно съест? I guess they just spit them out again. We need something super Значит, нам нужно что-то жутко горькое и противное. Так, ну и все, до сюда мы дойдем, остановимся здесь, наверное. Игрушка классная, мне понравилась, надо будет ее всю пройти. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Thank you.